Краткий обзор 9 серии сериала «Возвращение». Петр приезжает в Погодино. Грег уверен, что его дочь пропала по вине Олега, и он избивает его в камере. Елизавета намекает Ирине, что позволит ей видеться с сыном. Но для этого ей нужно будет обеспечить Олегу железное алиби. Тем временем, на стройке Олега под кучей бетона находит тело человека. Следователь Гордеев уверен, что это пропавшая Камила. На Максима нападают сзади, и он после удара по голове теряет сознание. Ирина уверена, что это ее муж Петр.